Вот мы стартовый состав. Я выбрал Францию. Вот она, Франция, друзья мои. Вот они, пацаны. Честно, вообще не особо как-то прикольно. Нужно выбрать игрока, которого мы хотим, например, заменить. Я хочу форварда классно выбить. Я выбираю этого игрока, взять в аренду, заменим на игрок Марс. Да, давайте. Форвард нам нужен, кайфовенький форвард. Марсиаль, между прочим, знаем. Неплохой форвард. Иногда бывает, может быть. Давай, здоровье удачи. Спасибо, спасибо, спасибо. Thank you, thank you. Вау, мне нравится эта форма, классно. И пусть будет белая какая-нибудь форма такая. Классно, мне нравится. Ну, шпоры пусть будут. Окей. С возвращением FIFA Ultimate Team. Так, стартовый набор, золотой набор, набор золотых игроков с редким набором, 80 наборов. Вау, как же много хочу перенести свою. Вау, стоп. На вашем счету FUT 22 есть FIFA Points. Хотите перенести их в FUT 23? Внимание, это необратимое действие. Перенеся FIFA Points, вы сможете пользоваться ими только в FUT 23. После этого возможность перенести FIFA. Я хочу, да, я хочу. Слушай, прикольная, классная штука, очень круто. Поздравляем ваших FIFA Points. Классно! Слушайте, вот это просто лайк. Лайк, ребят, заслуживает. Пишите свои комментарии насчет FIFA 23. Комментарии, соответственно, да? Начать играть в FIFA Ultimate Team. Ознакомьтесь. Так, все. Слушайте, у меня какое-то возбуждение. Просто нереальное возбуждение. Ребята, я возбужден. Открываем пакцы. Предпросмотр набора. Тоже есть кайф. Кайф, 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 кайф. Мне нравится, мне нравится. Я хочу. Мне нравится. Играем. Блин, что такое со мной? Городецкий, 83-й. Ну, такой, да еще и вратарь. Ой, ну, не. Пак-опенинг, ребят, пак-опенинг. Погнали. Посол фуд в аренду. Окей, я согласен. Так, что тут у нас? Венисиус Мотива Джуниор, Сон, вещи Сон. Слушайте, Сон, в принципе, он подходит мне, потому что я как раз его поставлю. Да, я Сон, наверное, возьму, хотя я больше, конечно, к Венисиусу склоняюсь, но я возьму все-таки Сона, да. Хотя, блин, Венисиус, ван лав, просто ван лав, ван лав. Ребят, ван лав, ван лав. Один редкий, так, золотой набор, поехали. Мне, ну, прикольно, в принципе, вот эта новая штучка. Мне нравится. Вот эта штука тоже вообще кайфовая. Хайдара. Так, что у нас здесь? О! Можно квикцели. Ну, вернее, не квикцели, можно продавать. Нормально. Хайдара. Я думаю, продавать, не продавать его. Да. Итак, что тут у нас? Бразил! Но всего лишь Лукас. Вериссимо, ЦЗ, ну между прочим, ЦЗшник бразилец и 81 скорость, ребят, неплохая скорость. Бегать умеет парень. Оставить, не оставить. Почему? Потому что, ну так, типа, у нас там что-то обещают 4 чем-то тысячи, что ли, типа того. Карточки, это нахуй, это зачем? Вопрос. А это можно квикселить, да? Да, эмблема, форма, хрень. Ну, слушайте, 3558 монеток. Ничего себе, слушайте, квиксел. В самом начале FIFA это прям бабки. Бабки не ходят. 80+. Ну, ребят, 80+, конечно, но нет, чтобы учитывая, что там 95+, у нас порой выпадали игроки. Португалия, ФРВ, нет. Ну, почему? Потому что это Криро. Хотя Криро сейчас уже не котирует, согласитесь. Андре Силва, ФРВ, ну, такой себе. Ох. Смотрим. Наблюдаем. Так, Испания 82, Алекс Ремиро. Ну, хз. Альдервейрельд. Ух. Так, пролига какая-то. Бельгия. Ленгле. Вот Ленгле норм. Продолжаем открывать пак. И у нас уже 10 тысяч монеток. Слушайте, мы прям такие богатеи.
Конечно, надо хотя бы 1000, я думаю, 100 хотя бы как-то где-то там раздобыть. Пошалич. Пошалич, это что получается? Хорватия и Ювентус, да? Ну, это, я надеюсь, что это Ювентус. Ингс. Ну, блин. Ну, что, Ингса, что ли, брать? Так. Так. ПЗ. 83. Хесус Навас, друзья. Хесус Навас. Ну, блин. Ну, слушайте, это типа такой прям. Типа хороший, да? Типа хороший. Блин, ну, испанец. О, он что стоит? 2800. Команда недели. ЛЗ. Младенович. Еще с какой-то звездочкой. Что значит со звездочкой? Интересно. А, типа продать? Не, не для продажи. Слушайте, это еще не для продажи, прикиньте. А вот Мбаппе для... Ну, нет. Короче, ладно, нормально. Вот сол какой-то. О, еще сон. Ну, давайте тогда вот... Будет у нас 6 игр. Вот, супер. Ну, окей. Допустим, окей. Окей, что-то у нас вроде собирается, скажем так. 1700. Ну, мало, конечно, мало-мало. 1700. Ну, что это, сколько паков? Если по 150 открывать, это 10... 11 паков, да? Ну, не особо. Не думаю, что... Беллинген. Хаверц. Золотой редкий аренда Хаверц. Давай Хаверца, наверное, возьмем. Пусть будет Хаверц. Что-то он немножко подстригся вроде. Или мне кажется. Кстати, как вам моя прическа? Пишите в комментариях. Так, ладно. У нас теперь еще есть Хаверц. Трансфер. 20 штучек у нас уже состоялось. Неплохо. Ну, короче, всех этих, получается, пацанов. Ну, список продаж, спасибо. Убрать проданное. У нас еще продаются активно. Тут достаточно, чуваки. Тут, не знаю, 1000 может на 7, на 8, не знаю. В любом случае, вот, все, все. Наконец-то вышли моменты какие-то. Проходить испытания, получайте звезды, обменивайте их на награды в галерее звезд. Squad Battles. Ага. Rivals, сезон первый. Так, ну ладно. Division Rivals, поднимайтесь в рангах. Выходите выше дивизионы. Поднимайтесь в рангах, выходите выше дивизионы. Получите награду, получите награду. От вашего ранга зависит, опять же, ваша награда. 10-й? Прогресс, блин, тут с 10-го идет. То есть здесь нету этой, типа, как это называется. Ну, раньше была, типа, квалификация или калибровка. 3 победы нам нужны. Ну ладно. Я понял. Champions. Фу, Champions. Кулика, спочит очки. Кулика, скажем, мы всегда матчи Rivals. Так, Playoff Champions. Ага. Ну, примерно понятно, да? Примерно понятно. То есть сильно на этом заморачиваться, останавливаться не будем. На самом деле здесь довольно-таки много режимов. И надо, я думаю, во все поиграть по отдельности. Типа, чё к чему. Вот, давайте, ребят, еще немножечко покажу вам еще не только Ultimate Team, а, так сказать, вот заставочку нашу. Ну, вернее, главное меню. Вот у нас здесь, это Альфонсо Дэвис, по-моему. Вот, в принципе, дизайн не поменялся, то есть все то же самое. И это, на самом деле, радует, потому что, ну, блин, каждый раз что-то новое тяжеловато порой, когда ты уже старый. Ладно, шучу. Но, тем не менее, ребят, реально как-то, ну, тут уже как бы все понятно, все приятно. И это хорошо. Если какие-то мажорные небольшие изменения, то как бы окей. Когда прям пипец как все меняет, ты такой: ёп, что творится-то? Что вы сделали вообще? Как жить дальше? Тяжело, короче. Вот, а так все классно, в принципе, мне все нравится. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Пишите, ребята, у меня в комментариях насчет, собственно говоря, данной игры.